Всем привет, с вами Пит, 1521 королевство. Сегодня мы смотрим хорошую битву. Это самурайский альянс, точнее самурай из Японии, 1541. Не так далеко от нас находится. Вот, ну что я могу сказать, это легендарный альянс. Ребята играют уже очень давно, опытные. Вот их король Эйс, 3 миллиарда силы, как вы видите, огромное количество потерь, вылеченных войск. Ну, также вот сильный замок у рыцаря. Здесь поменьше вылеченных войск, конечно, но однако это довольно круто, в общем, я что могу сказать. Также вот замок Франки, как мы видим. 59-й лорд. Палома более слабый. И, наверное, Дэвил вот. 53-й уровень, тоже 400 миллионов сил. Ну, в общем, ребята такие пробивные, я вам так скажу, особенно их не король. И их соперник получается 1905 королевство, скажу честно. Я этих ребят не знаю, и поэтому я бы как раз и выбрал, чтобы заодно познакомиться. 53-й лорд. Потом также довольно веселый замок. 57-й, то есть, ну, видно, что ребята сильные. Это королевский альянс, у них там мир, судя по их сонгу. Вот 53-й тоже довольно хорошее количество убийств, но 55-й. Но я думаю, ребята, что тут на самом деле победа 1541. Ну, увидим. Возможно, китайские ребята сумеют сделать чудо или что-то в этом роде. Вот, пока ждем начала. И вот, смотрим, битва началась. Франки сразу залез в рудник, выгнал туда войска. Статус захватывается. Вот, как мы видим, в начале какого-то определенного преимущества нет. Дракона. Телепорт захватывается китайским альянсом. Так, сейчас мы посмотрим, где Эйс. Возможно, уже идут бои. Да, вот Эйс. Произошли битвы. Японский замок проиграл. Думаю, видно, что процент примерно равный. Потому что битва была. Паладин 50. Грифон по 80, как мы видим. Японский замок больше заточен под кавалерию. Китаец использовал паладина. Тоже молитвы 8, бомб 79, ближе к 80. Лучники, 11-я пехота. Немножко всякого мусора. Есть, обратите внимание, даже 12-й луки использовал. Вот, в принципе, такие вот здесь битвы. Но вот, как вы видите, китаец, естественно, ничего не может сделать против Эйса. Здесь как бы сами статы. Вот он выбивал его. Очень сильный замок, как вы видите. Не вышло. Хотя вот здесь. Давайте посмотрим войска. Нет, не будем смотреть войска. Статус.
и захватывает. Так. Ну, я вам скажу, пока не очень все понятно. Здесь битов не было, потому что франки, так понимаю, загнал очень много войск. Пошел креп или сбор. Сейчас мы посмотрим. Нет, это был креп, ребята. Как-то все довольно спокойно. Так, смотрим, что у нас здесь. Пункт снабжения. Тоже захватывается японским альянсом. Райан. Такой вот замок, много силы. Тут зачетов пока нет. Тут тоже нет. Ну, я вам так скажу, что это пока. Пока китайцы ничего не могут сделать. Как вы видите, все, почти все точки захвачены японским альянсом. Они пытаются удержать свой пункт снабжения. Идет атака. Уже очень много атак, но пока данную точку держит китайский игрок. Как вы видите, довольно серьезный замок. Почти 200%. Его, конечно, бьют тоже сильно, но пока нет. Не могут отбить эту точку. Какие-то войска, видите, уходят. Какие-то остаются. Смотрим за вот этой атакой. Девил самурая. Он, скорее всего, кого-то крепит. Рудник по-прежнему без битвы. Вот идет сбор, судя по всему. Китайцы делают сбор на что-то. Да, это очевидно. Но Франки не собирается, как бы, я так подозреваю, что без боя отдавать. Забивает рудник, как видите. Он захвачен. Сейчас посмотрим, какой будет отчет. И вообще, куда идет сбор от китайских игроков. Верблюд. Довольно забавный. Явно их самый сильный игрок, я так подозреваю. Бегут, сбегаются ребята отовсюду. Так, мы чуть-чуть прервемся. Итак, смотрим, куда идет сбор. Пока сложно посмотреть и понять, что будет сборить. Но вот сбор пошел. Да, он пошел в рудник. И удачно отбили. Смотрим на войска. Ну, довольно крепкий замок. Хороший сбор. 4,4 миллиона собрали с неплохими процентами. Вот мы видим здесь чуть-чуть кавалерия посильнее. Наносимый урон. То есть, если Франки играл на пехоте, то здесь его били кавалерией. Смотрим войска. Новый герой. Ну, как мы видим, мощное очень усиление 11-й пехоты, 60-60. Полностью, точнее, до 50 уровня прокачан. Прокачан 11-й кавалерий, Пегас. Под 60 убивал.
Да, ребята зашли чисто с кавалерии. Пехота. Вот кто-то непонятный. Бил пехоты. Я не понимаю, зачем кидать вот этот мусор по 7-6. Это что-то очень странное. Луки 11. Я считаю, что не сыграли толком. Вот, отлично. Пегасу порубил вообще только в путь. Да, здесь, как бы сами видите, ребята действительно сильные. Вот смотрим, как что делал Фрэнки. Фрэнки держал на поводине заряженном под 80. Девятая пехота. 11-я. Грифон тоже использовался. Луки отвратительно. Смотрите, как они сыграли. Ну, просто я не знаю, что тут сказать. Бесполезные войска, считаю, в данной ситуации. Эндрю ему помогал. Дэвил отправил 100 тысяч пегаса без героя. Вообще непонятно, что это было. Вот такой вот отчет. Но, как мы видим, красные, тот же Фрэнки забрал обратно уже рудник. Посмотрим, была ли атака. Да, была атака, как мы видим. Сильный сбор. Довольно равная битва получилась. Урон при нападении. Давайте посмотрим, сколько. 224, да. Тут как бы видно, что Франки-то будет посильнее. 1.80. Ну, сыграл не очень хорошо. Тут неплохо луки в атаке зашли. Рок. Смотрим, тут еще джумы какой-то. Довольно... Вот непонятно вообще, что это было, как это сыграло. Зачем было отправлять столько луков, если они, ну я не знаю, ребят. Смотрите сами, но, по-моему, это был лишний ход. Вот снова луки. Ну не знаю, ребятам нравится их использовать, наверное, это их выбор. Здесь был только паладин уже. Видите, как мы видим, китаец пытался удержать с Эльмой, красным драконом и одним паладином. Но не вышло. Его выбили. Довольно быстро. Ну, даже не знаю, надо еще будет вернуться потом. Сделать другое видео, посмотреть вообще счет. Но сейчас мне кажется, что, скорее всего, победит 15-41. Здесь Эйс держит поле испытаний. Но, как вы видите, тут пытался Сол каким-то образом. Больших битв здесь не было. Что ж, в принципе, вот снабжение, а нет, это башня дракона. Тут битвы были небольшие. Ну да, здесь китайцы отчаянно сражаются. За каждую точку идет рубилово у них, конечно. Арсенал, но центральные это фигуры. Держит, и уверенно держит, 1541. Вот так он выбил его в соло просто. Уничтожил. Ну, сами видите, проценты как бы тут довольно сильно отличаются. 580. Ну, тут явно пехота усилена. И Бион, скорее всего, ежен. Да, чуть-чуть коней. Снова луки, смотрите, убивают меньше, чем берется. Ну, выбор каждого. Здесь будет, конечно, посложнее играть. Если в руднике какие-то шансы есть. Тут я даже не знаю, вот пытались выбить.
Но ничего не вышло. Да, тут смотрим, тут хорошая сильная битва, но тут явное преимущество Неко Мамуши. Японский парень просто в одиночку разбивает. Тут очевидный перевес. 191 урон на одну, вы посмотрите, 270 на 263, это вообще круто. Идет какой-то сбор и собирает войска. Интересно, не по замку ли это идет атака? Сейчас мы посмотрим. Увидим, куда же идет Тейс. Подозреваю, что это Афган 211. Довольно странное тут иногда. Что-то вообще непонятное. Либо... О, по замку атака пошла. Подозреваю. Смотрим. Он не горит. Беленый замок. Что-то еще. Возвращение. О. А, пытались. Интересно. Бери вот этот замок. А вообще-то нет. Что-то странное. Непонятно, ребята, тут произошло. Возможно, это была атака по замку, но почему-то нет отчета. Не могу я нигде даже взять его. Что-то странное. Сейчас мы прервемся на пару минут. Или нет, не будем. Какой-то сбор тоже подлетит. Значит, ну что могу сказать? Китайцы молодцы, сражаются, но преимущество очевидно за 1541. Вот идет атака. Бьет кто-то рудник и... Точнее... Пункт снабжения и в итоге поражение. Довольно тоже сильный замок китайский выдержал сбор от этого игрока до другого. Видимо, девушка пробовала просто что-то новое. Ха. Пока не очень понимаю, почему такого сильного игрока бил. Ну да, хотя нет, ребята, тут очень крутое усиление. Грифон 80-75. Снова лук играет как-то. Ну, блин. Ребята, это, конечно, выбор каждого, но я бы не стал брать их вообще. Хотя вот здесь луки отыграли отлично. Этого парня Луис, кстати, дракон Цвинь. Даже интересно, как он его сделал, но мы об этом не узнаем. Маленький сбор, поэтому в принципе не пробили. Да и тут парень использовал паладина, 11 войска. Вот у него луки сыграли довольно неплохо. Даже я бы очень сказал. Очень неплохо так.
получается длинное видео, но взяли китайцев эту точку. Но, конечно, еще очень далеко. Да. Я думаю, что здесь победит 1541 королевство, рейн самураев, японских воинов. Вот очередной какой-то сбор идет. Я подозреваю, что... Что-то по-прежнему нет. Почему-то в этих местах. 35 секунд, но не дают захватить, я так подозреваю. Намеренно. И Франки вот собирает, судя по всему, сбор на рудник. Что ж, это может быть интересно. Смотрим, но ничего не происходит почему-то. Битвы нет пока что. Так. Я думаю, что видео получилось уже очень длинным. Вот, франки собирал. И не пробили они. Китайский замок. 57-й лорд. Что ж, парень действительно сильный. Вот что-то похожее на... Слишком много лучников, я не знаю. Вот. Что-то действительно странное. Чем пользуются, если они... Ну вот, смотрите, ну... Фронг. Хазандара. Неплохо они били, да. Афган, некий мечник, вообще... Жестокий поход. Отражающий. Ну, а здесь по классике. Паладины выжили, убили очень много. Да, китайский пехотинец, однако, довольно крутой, что я могу сказать. Действительно, есть кому бороться. В общем, вернемся мы, наверное, под конец, и это уже будет другое видео. Всем пока. Играйте в сок. Играйте в Clash of Kings. Все круто. Всем пока. Хотя, ребята, думаю, да, не стоит уже дальше там смотреть. В принципе, все понятно, кто победит, кто нет. Вот довольно сильный, кстати, игрок Сильвер. Зашел в игру. Игрок раньше был в 231-м королевстве. Вот. Лавуша собирает сбор. Так, мы смотрим. Что у нас здесь? Здесь не могут выбить этого Лавуши. Очень сильные войска. Смотрим вообще совершенно, то есть все попытки были неудачными, сборы 3-5, 3-9. Вот после того, как Соло выбил, никто уже сюда не лез. Неплохой замок. Довольно-таки 56 уровень. Ну что ж, они выбили, смотрите. На удивление захватили. Но я так подозреваю, что битв не было. Многие ведь игроки пытались. Вот сильный замок 579%. Что ж, это довольно неплохо. С Эльмой к тому же. Что ж, хорошее усиление. Тоже на пехоте, но... Не знаю. Не проходит пока у китайцев. Варианты, поэтому все, ребята, всем пока. С вами был Пит, 1000
521 королевство.